Приветствую любителей смешанных единоборств. Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор вошел в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам прошлого года. Согласно рейтингу Forbes, Конор с заработком 99 миллионов долларов занял четвертую строчку в топовой десятке, пропустив вперед футбольных звезд Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также своего бывшего соперника Флойда Мейвезера, занявшего первое место. Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о планах промоушена относительно первой защиты титула в легком весе Хабибу Нурмагомедову. «Хабиб против Конора – вот этот бой, который имеет смысл сейчас», – заявил Дан. «Но мы не можем организовать, пока не выясним, как обстоят дела с Конором. Хабиб в любом случае не будет драться на турнире в России. Это будет шоу серии Fight Nights. Пока что мы просто тестируем этот рынок, чтобы посмотреть, как дела пойдут дальше. Мы уже давно пытаемся пробиться на российский рынок, и мы это сделаем». Напомню, что совсем недавно Хабиб заявил, что в середине или в конце осени пройдет его следующая защита титула. Артем Лобов не будет уволен из UFC. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт. «Лобов все еще в ростере у нас», – заявил Дана. «В последнее время мы не принимали никаких решений касательно него. Я все еще жду, пока станет известно, что будет с Конором, чтобы разобраться со всей этой ситуацией». Напомню, что сам Лобов недавно в Твиттере принял вызов Кайла Бочника и надеется попасть в карт-шоу в Москве.